Для тех, кто рос в 60-е и 70-е годы, популярная детская телепередача «Выставка Буратино» была первой встречей с миром прекрасного и с серьезным художником, который на глазах телезрителей рисовал смешные картинки и трогательно общался с говорящей деревянной куклой. Роль художника почти 30 лет блестяще исполнял знаменитый режиссер студии «Союзмультфильм» Вадим Курчевский. Именно с его творчеством связана эпоха особого расцвета отечественного кукольного кино и изобразительной культуры объемной анимации. В 1997 году Курчевский ушел из жизни. К сожалению, на телевидении почти все записи его передач были уничтожены, лишь потому, что актриса, работавшая с куклой Буратино, эмигрировала в Америку. Но образ талантливого художника навсегда остался жить в его прекрасных фильмах и книгах, воспоминаниях друзей и делах учеников. Мы сегодня снимаем фильм об очень добром мальчике. Он очень добрый, поэтому, когда он делает свои добрые дела, все ему говорят: «Ах, ты мой милый мальчик, ах, ты мой хороший, ах, ты мой золотой». Как же начинают жить наши герои на экране? Как они начинают двигаться, думать, говорить? Каждый кадрик снимается отдельно. Мультипликатор поворачивает куклу, делает движение рукой или головой и снимает один кадр, второй кадр, третий. И вы видите на экране непрерывные движения персонажа. Золотой. Мой близкий друг Вадим Вадимович Курчевский, во-первых, был один из самых красивых мужчин на студии «Союзмультфильм», и можно расширить этот круг. Это был очень талантливый художник. Счастье, что он кончал институт у Дейнеки, великолепного мастера и великолепного педагога. Это был удивительный художник с удивительно мягким характером, с удивительной любовью к детям. Его выставка «Буратино», которую он вел в течение многих лет по телевидению, это был грандиозный успех не только у мам, которые влюблялись сходу с экрана, но и у детей. Я вспоминаю даже такую историю, как мы были на юбилейном фестивале одного кукольного театра в Чехословакии, в маленьком городе Средней Чехии, город Пардубица. Я вспоминаю, как Курчевский собирал ребят, предлагал им уголек на листе большого ватмана, нарисовать любую фигуру. Они по-детски рисовали, и он из этого делал моментально то крокодила, то слона, то верблюда, то куклу. Мгновенно из простой какой-то загогулинки он делал великолепные, так сказать, образцы будущих кукол. И вообще он рисовал очень лихо, как он оформлял детские книги. В частности, как он оформлял Чуковского Корнея Ивановича, который очень хвалился его иллюстрациями. Кроме того, его педагогическая деятельность. Ведь он же потом возглавил мастерскую в Абгике и сделал великолепный совершенно набор людей. Кроме того, он написал великолепные книги. Во-первых, книги для детей о том, как надо учиться рисовать. Он написал в ВГИКе лекции по поводу детского кино мультипликации. Мультипликация для детей. Тоже с очень интересными размышлениями, которые не устарели по сегодняшний, так сказать, день. Ну и кроме того, то, что он сделал такие великолепные картины, как «Мой зеленый крокодил», как «Мастер из Клямси». Так что было сделано картин 12 с новой стилистикой, с новой драматургией. Известный режиссер кукольных фильмов и руководитель анимационного факультета ВГИК Станислав Соколов впервые попал в съемочную группу Вадима Курчевского в начале 70-х годов на практику из ВГИКовской мастерской «Иваново-Вано». Совместная работа с Курчевским навсегда связала начинающего художника с миром кукольной анимации и во многом определила его успешную режиссерскую судьбу.
Что касается Вадима Владимировича Курчевского, то это замечательный человек, умнейший и талантливейший художник. И, конечно, когда я попал на картину «Мастер из Клам-Си», то как бы поддался очарованию вот его личности, поскольку он обладал каким-то таким своеобразным юмором и контактностью, и пониманием всего происходящего, и большой такой человеческой мудростью по отношению к жизни. Он был сценаристом моего дебютного фильма «Догада», сценаристом фильма «Провершая Эршовича». Затем я был художником его фильма «Ночь весны» по Луговскому. То есть мне достаточно много приходилось с ним работать. И потом мы вместе преподавали во ВГИКе. Он открыл целый пласт литературы для анимации. Если раньше на кукольной студии делали сказки «Маша и Медведь», там, «Чьи в лесу шишки», ну, какие-то фильмы такого традиционного такого репертуара, то он, поняв возможности вот, анимации, как бы стал делать большие произведения. Там были и Ромен Ролан, и, значит, Пергюнт, и Каверин, да, то есть мастера, которые как бы привнесли в анимацию такое новое дыхание. Вначале-то они появились на студии вместе с Николаем Серебряковым и вместе с вот, директором студии Иосифом Яковлевичем Боярским как бы начали такую, что ли, новую волну вот этого искусства 60-х годов с новым обращением к условности, к декоративности, к какому-то новому материалу, который включал в себя и архаику, и классику, и авангард. То есть и в то же время он как бы вылился вот в такое очень яркое лицо этих художников. Вадим, он садился, брал лист бумаги, рисовал раскадровку, не отрывая просто пера от бумаги. Бумаги мастерски, как бы сразу представляя в образах то, что написано в литературе, и мог передать вот эту энергию и художнику, и аниматорам, и все это как бы рождало какой-то совершенно новый, неповторимый образ, мир, атмосферу. Тот же Николай Серебряков, как бы в чем-то похожий на Вадима Курчевского, в чем-то и противоположный ему. То есть он такой вот огромный человек с огромными руками, который малюсенькой кисточкой рисовал тончайшие орнаменты, совершенно виртуозно, но тоже великолепно, конечно, владел и цветом, и композицией, и литературой, и сюжетом. То есть это, конечно, звезды. Какие-то фильмы и Курчевского, и Серебрякова. Это такие талоны по своему стилю, по соответствию духу времени, которые, конечно, как бы стали документом тех лет. И по ним можно определить вот именно там как бы духовный уровень того времени. Я пришла на студию, на кукольную студию, и работала ассистентом у Коли Серебрякова. В то время я делала картину «Ваня Датский». И я там тоже, конечно, прошла школу великую. Потому что это были на студии, это были как раз годы, когда там творили и Вадим Курчевский, и Коля Серебряков, когда создавались как раз фильмы. Необыкновенные все. Они были все штучные, эти фильмы. Большее значение имело именно стилевое изобразительное решение. Потому что все фильмы и Серебрякова, и Вадима Курчевского, вот их как раз они были такими новаторами. Потому что еще они были художниками по профессии. Они всегда хотели, чтобы они были стилево решены. И это, конечно, золотой фонд. Это просто золотой фонд. И вот сейчас я все время возвращаюсь вот так к памяти и всем говорю, ведь в то же время они были на таком взлете. Наша анимация кукольная была прям просто на пике. Она, может быть, не была на пике чисто анимационного вот такого вот технологического оживления и прочее. А вот эти художники, которые пришли на студию,
Они подняли анимацию прямо в одну секунду, потому что они обладали и мастерством, и потрясающим вкусом, и необыкновенной выдумкой. В творчестве Курчевского есть как бы несколько личностей, и в разные периоды он несколько по-разному как бы относился и к кукле, потому что был период, когда он работал с очень условными куклами, и эти куклы как бы работали на таких знаках очень выразительных, опять же, соответствующих такому минимализму времени. Где-то это вот 60-е годы. Затем вот наступили 70-е годы, и Курчевский как бы поменял немножко свою позицию и начал поиски в области, ну, какой-то живописной структуры, когда изображение становится очень плотным, и в изображении кукла начинает занимать место такого персонажа внутри живописи. То есть здесь уже и фактура куклы, и фактура, скажем, домов, деревьев, неба, они представляют некую такую живописную массу, вибрирующую, движущуюся в соответствии с сюжетом, с музыкой. Конечно, он великолепно знал историю искусства, и вот в этом фильме «Мастер из Кламси» это все проявилось, и не зря он пригласил замечательного художника Теодора Тежика, который как бы со своей вот этой живописной энергией внес в куклу совершенно новую, опять же, волну, которая потом откликалась в других фильмах. И, конечно, то, что там Курчевский сам художник, это, конечно, было очень ценно, потому что он знал, как это сделать, какого художника пригласить, который может еще превзойти его в этом. Он не очень хорошо видел цвет, но прекрасно видел фактуру, графику, силуэт, движение, вот эти вот разницы структур, которые необходимы режиссеру для того, чтобы создать вот такой очень яркий и густой мир. Эй, Бог на помощь! Гости, не побрезгуй. Сольник. Ты звал меня? Ну вот я и пришла. С Вадимом Курчевским я сделала после «Бедной Лизы». Он пригласил меня на картину «Пергюнд». А потом я сделала с ним «До свидания, овраг». Две картины с ним сделала. Но главная, конечно, картина для меня – это «Пергюнд». С Вадимом Курчевским очень интересно было работать. Да, он тебя заставлял как бы мыслить, заставлял там подумать, то переделать. И в то же время очень мягкий. Он не кричал никогда, никогда не давил, давал тебе свободу. И если ты там делал свободу, он очень радовался. Если ты делала какой-то там удачный макет, он очень радовался. И в куклах. И просил все время, да, вот именно творческого такого отношения ко всему. Вообще он был душка. В начале 80-х годов на студию «Союзмультфильм» пришла работать молодая художница Марина Курчевская, любимая дочь и самая дорогая ученица Вадима Владимировича, с честью продолжившая род и творческие традиции звездной семьи Курчевских. Конечно, я безумно любила своего отца. У нас с ним была такая удивительная душевная связь с самого детства. И, конечно, я просто не могла ничего для себя избрать другого, кроме как пойти работать в мультипликацию. Я окончила ВДЛИК, до этого я окончила театральное училище. И, видимо, это тот вид искусства дивный, удивительный, который включает в себя и театр, и живопись, и что угодно, и музыку. То есть это самый дивный вид искусства, который вот синтезировал все это в себе. И, конечно, всем этим, все, что меня толкало к этому, это был мой отец. Потому что он был удивительный человек, умница, красавец, человек огромнейшей культуры. Вообще не каждый отец уделяет детям столько внимания, сколько мне уделял отец. Потому что у нас с ним были такие счастливые воскресенья. В те годы суббота-то были рабочими днями, а были воскресенья, когда мать нас выгоняла с ним вдвоем на улицу.
Естественно, сразу тогда звонили друзьям, а все эти друзья были тоже очень известные люди в мире кино. И вот мы с ним ходили, с этими людьми, мы ходили в зоопарк, мы ходили в музей, в консерватории. Постоянное наше место любимое, это был палеонтологический музей, минералогический, Третьяковка, естественно. Дальше мы могли заходить в какие-то пивные, пить пиво. Я все время слушала эти взрослые разговоры. Потом отец 30 лет проработал на телевидении, вел программу «Выставка Буратино». И как раз мое детство пришло как бы на пик расцвета его популярности. И он был настолько красив, настолько хорош, и на улице его, естественно, все узнавали. Я была страшно этим горда. У нас была большая коммуналка, и одна из комнат этой коммуналки была сделана под мастерскую. И вот там постоянно они работали. Я постоянно болталась под ногами, лазила руками в эти краски, рисовала тут же. Мне никогда, в общем, не запрещали не пачкать бумагу, не брать хорошие каланковые кисти, не голландские гуаши. То есть, в общем, все это было тоже мое. И, конечно, я не могла избрать другой дороги. Настолько вот эта вся его жизнь, она действительно, она вросла в мое детство просто, ну как иначе? Когда приходит Иванов, Вано сидит на нашей кухне, варит раков. Они с друзьями варили голубей в белом вине, поймав их на соседней крыше. То есть они были ужасные шалуны, ужасные хулиганы. Приходили, в общем, действительно Хитрук, Назаров, Нарштейн. Это все были какие-то люди, которые посещали наш дом, естественно. Я отношусь с трепетом к ним, с большой любовью. Он был этот единственный человек из всех, который, выпивая, становился все лучше и лучше. Мы начинали, когда работать с Вадиком, вот по Пергюнту, я много рисовала и приносила ему домой. Он любил приглашать своих художников домой и работать с ними дома, со своим этим большой комнате, со своим большим красивым этим столом, где он привык, и с Надеждой Николаевной, которая моментально, значит, делала стол. И после работы накрывался буквально кишащий явствами стол. Эта семья была настолько хлебосольная, настолько туда было приятно приходить, там была очень хорошая аура. Вадим, он был очень человек собранный, в отличие, например, от меня. Он не мог сесть за стол работать перед тем, как он не уберет всю комнату. Он должен был подмести пол, вытереть пыль, расставить все на столе по порядку. Только тогда он мог приступить к работе. И он мне всегда говорил: художник должен быть аккуратным. Это самый главный залог успеха. Он мог очень своеобразно меня воспитывать, потому что я была таким ребенком несколько непоседливым, в общем, тоже неподарочным. И у нас была огромная комната в этой коммунальной квартире. И однажды я пришла домой и увидела по фризу, значит, вот всей комнаты висели отвратительного вида карикатуры. Марина с развязанными лентами, Марина с драными колготками, Марина стаптывала вот так вот сапоги, значит, у Марины были стоптанные сапоги. Все эти картинки украшали нашу комнату. А у нас сидели все те же Иван Петрович, Иванов-Вано с прочей компанией. И очень громко хохотали, глядя на это. И я пришла в полное отчаяние. Значит, а он сказал так: вот когда ты будешь завязывать ленты, я вот эту картинку сниму. А колготки зашьешь, я эту... А будешь прямо ходить, ровно голову держа, вот эту сниму. Он был изумительный педагог. То есть и ребята его боготворят. Вот до сих пор его нету, и приезжают его студенты даже ко мне, к матери, советуются. Здесь, когда он уже с палкой сидел дома, заключенный в этих четырех стенах, ведь ребята приезжали к нему, и он давал очень грамотные и дельные советы. Вот у него, конечно, педагогический дар, он был как-то изнутри. Преподавал он очень интересно и творчески. То есть вот его замечательные ученики Зоя Трофимова, Юра Черенков, там, Андрей Ушаков. Это же все самостоятельные мастера, которым он сказал, что ребята, вам пора делать свое кино. Вы созрели, вы можете это делать. И будучи даже художниками, они дебютировали. Если раньше художники в основном защищались
своими, значит, эскизами. Все очень боялись как бы экранных работ. То здесь он научил их не бояться, и многие его студенты стали замечательными режиссерами. Сейчас это... То есть впервые мы набрали в мастерскую аниматоров на режиссерском факультете. Затем Вадим написал программу по режиссуре для художников, и потом мы составили программу и для режиссеров. То есть это как бы процесс, который он очень сильно активизировал именно на основе вот своей такой как бы широкой профессиональности. Ну, он сделал достаточно большое количество фильмов, чтобы как бы образ свой туда вживить, врастить. Но единственный фильм, который вот 100% попадает в эту вот десятку, это «Калабрия Ньоне», «Мастер из Каламси». Потому что там история идет о художнике, о скульпторе, о чудаке, пьянице, бабнике. То есть живом нормальном человеке. И вот таким же живым нормальным человеком был отец. И недаром этот фильм был им выстрадан просто ужасно, потому что это было начало 70-х годов. Фильм этот ему делать, естественно, запрещали. Он ходил на приемы к Фурцевой. Там были очень большие сложности. И, конечно, он, наверное, один из самых его сильных фильмов. Видимо, потому что вот этот образ Калабрии Ньоне абсолютно точно проецируется на вот его душу и ложится на его характер. Здесь все сделано моими руками. Что может быть лучше, чем радость верной руки, понятливых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства? Ах, внучка моя, маленькая лисичка хитрая, чуть увидит меня, бежит мне навстречу. Она знает, что у меня всегда полный короб побасенок. Он все воспринимал с юмором, и все там сложности прежних лет, и там его современников он воспринимал, в общем, таким особым образом, что, конечно, располагало к нему людей, никакого нытья у него не было и в помине. То есть вот этот оптимизм и, опять же, вот та же энергия, которая исходила от него, которая, казалось бы, видна была просто всем окружающим, она как бы притягивала к нему. Он внимательно смотрел на свое изображение. Вот он ввел там эту выставку «Буратино», и в какой-то момент он сказал: «Я увидел себя по телевизору. Все, это была моя последняя передача. Я больше вести передачу не буду, потому что пусть меня запомнят там молодым и красивым». То есть он был в этом смысле очень самокритичный человек, хотя так до последних дней был очень, конечно, красивым, элегантным и таким интеллектуально интересным человеком. Вадим Курчевский еще застал время перестройки и после перестроечных реформ. И, конечно, когда на студии началось сокращение производства, когда вдруг количество стало важнее, чем качество, когда студию начали загонять в угол, слава богу, Вадим как бы успел себя реализовать и все свои как бы качества проявить. Он был уже болен, когда, значит, вот на студии начались вот эти процессы разрушения, и даже так с таким черным юмором по поводу ситуации говорил, что вот там Ванька-то откинулся вовремя, это имея в виду Ивана Петровича Иванова-Вано, который умер в 87 году, не дождавшись 91 года, что он бы не понял, что происходит. То есть это вне всякой логики то, что происходит. Он с виду оказался более, наверное, широким и открытым, чем он был внутри. Его знаменитая фраза: «Никогда никому не жалуйся, пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут». Но он всю жизнь вел дневники. И вот в этих дневниковых записях, когда я уже после его смерти залезла в эти бумаги, стала их перебирать и смотреть, вот там видно, насколько он страдал, насколько он мучился. Даже мурашки по коже бегут иногда, потому что там такие какие-то жуткие
фраза, что вот все болит, вот болит сердце, болит голова, болят руки, болят ноги, не работает, вот не варит башка, вот он постоянно окружал себя какими-то антикварными книгами, и когда у него совсем вот это было душевное смятение, видимо, он залезал в них, там, почитает какого-нибудь Вольтера немножко, чуть-чуть там что-то, и какое-то, видимо, спокойствие приходило. Конечно, безумно жалко, что его с нами нет, но я все время стараюсь смотреть на мир его глазами. И какие-то его увлечения в искусстве, его какие-то суждения. Я стараюсь, в общем, все время в себе как-то поддерживать. Наверное, это здорово, что существует такая между нами связь.